Инцидент произошел в провинции Районг. На дорогу неожиданно вышли три слона, и у них на скорости врезался автомобиль. В результате столкновения машина вылетела с трассы и столкнулась с деревьями. Водитель и пассажирка погибли на месте. Еще двое пассажиров были доставлены в больницу, но через некоторое время также скончались. Ехавший сзади грузовик с прицепом резко затормозил, чтобы избежать второго ДТП. Однако водитель пикапа, который двигался уже за грузовиком, не сумел быстро среагировать и на большой скорости врезался в тяжеловоз. От удара на месте скончался водитель пикапа. Также пострадали люди, ехавшие в прицепе грузовика. Слона с сотрясением мозга и переломом ноги забрали в ветеринарную клинику.